Вольф Мессинг назвал 4 знака зодиака, которые находятся под защитой высших сил. Ежедневно человека подстерегают десятки опасностей, однако существуют и счастливчики, которым удается буквально в последние секунды избежать ужасного исхода или спастись от несчастного случая. Про таких обычно говорят, как будто в рубашке родился. Астролог утверждает, что такие удачливые люди рождаются на свет под определенными знаками зодиака и оказываются под мощным покровительством высших сил. Так давайте узнаем, кто эти знаки зодиака. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. И вот эти знаки зодиака –